Здравствуйте, я врач-диетолог, натуропат Борис Скачко. Приветствую вас на моем канале «Доктор Скачко». И если у вас есть морщинки на лице, неважно, в углах рта, около глаз, между бровями, на лбу, в любых участках кожи лица и периодически появляются морщины на теле, то я как врач-диетолог могу смело утверждать, скорее всего, вы не знаете, как правильно делать всего две вещи. А именно, как правильно питаться и как правильно пить воду одновременно. Правильное питание обеспечивает белки для вашей кожи, но белки пищи достаточно длительное время перевариваются. И если вы нарушите переваривание белков, употребляя воду неправильно, я имею в виду неправильно количественно, качественно и по времени, то нарушение переваривания белков даст вам вздутие живота, урчание, иными словами, метеоризм. И, возможно, появится неприятный запах от тела, от рта. А ваша кожа, не получив белки, будет стареть преждевременно. Поэтому для того, чтобы узнать важную эту информацию, вы можете посмотреть следующее мое видео. Это анонс важного видео, в котором вы узнаете, как избавиться от морщин на лице и на теле одновременно, правильно питаясь и правильно употребляя воду. Безусловно, вы можете тратить любые деньги на различные косметические процедуры, улучшая состояние своей кожи. А можете совершенно бесплатно использовать ту информацию, которая будет в этом следующем видео, изменить свое питание, употреблять воду правильно и получить достаточно быстро косметический эффект. Если вам эта информация нужна, то не забудьте поставить это видео в избранное, либо в закладке, ну, чтобы потом легко по ссылке, которую дам в этом видео, найти то важное видео. Или можете стать подписчиком моего канала, тогда уведомление об этом новом видео должно прийти вам в почту. В любом случае, вы делаете тот выбор, который делаете. Ну, а я это видео буду заканчивать и жду вас на своем канале «Доктор Скачко», где более 800 полезного видео на тему здоровья, активного долголетия, в том числе и для улучшения внешнего вида кожи. До новых встреч на моем канале «Доктор Скачко», а также «Школа Доктора Скачко» — это YouTube, а также «Школа Доктора Скачко» в Instagram.